Давно не пишут писем и телеграмм не шлют. За скобки век мой вынес эпистолярный труд. И пишут повсеместно одни лишь смс-ки, а в них, о чем ни напиши, ничуть ни капельки души. Увы, ни капельки души. И как-то сердцу грустно без рукописных строк. Поведает ли чувство нам электронный слог? Ненужный и бессильный здесь телефон мобильный. С душою разменешься вновь. Нельзя по кнопкам про любовь. Что знают кнопки про любовь? И я пишу невесте в мечтаниях о том забыть про смс-ки с гусиным папером. Да кто же тут поможет? Но прошептал мне дождик. Подвинь бумагу и пиши. Ты по старинке, от души. Любимый, только от души. Беру перо я смело. Ну, кто, друзья, со мной? Я самый современный, своею стариной. Люблю, пишу, любимый, будь ангелом хранима. И век мой шепчет мне, пиши от нежно любящей души. И позабыты кнопки, легко и нехитро. Не вынести за скобки бумагу и перо. Бумагу и перо.